Патриарх Александрийский и всей Африки признал автокефалию Православной Церкви Украины. Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время божественной литургии в храме в столице Египта поминал имя митрополита Киевского и всей Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины. Об этом сообщают греческие православные издания «Ортодоксия» и «Рамфео». Достоверность подтверждена из двух информированных источников. Таким образом, Александрийский патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалию Православной Церкви Украины. Как известно, Александрийская церковь имеет в диптихах второе после Вселенского патриархата место. Таким образом, официально Православную Церковь Украины признали Константинопольская, Элладская и Александрийская церкви. Русская Православная Церковь прекратит поминовение Александрийского патриарха Феодора II из-за признания автокефалии Православной Церкви Украины. В Московском патриархате заявляют: признание Александрийским патриархом Православной Церкви Украины делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом. Русская Православная Церковь глубоко опечалена информацией о решении Александрийского патриарха Феодора II признать митрополита Епифания в качестве руководителя Православной Церкви Украины и поминовением его имени в диптихах Александрийской Церкви. Это означает, что поминовение имени Александрийского патриарха не сможет продолжаться при совершении патриарших богослужений в Русской Православной Церкви, сказал в пятницу 8 ноября замглавы Синодального отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов. Он сказал, что Священный Синод Московского Патриархата рассмотрит поступившие сообщения для принятия дальнейших решений. Спасибо за внимание. Подпишитесь на канал. Ставьте нравится или не нравится. Всего вам доброго.